маломощный радар. Ограничение скорости 60 км. Автоматическая смена режима в город трассам, Super Full HD разрешение, голосовой GPS-информатор о радарах и камерах, суперконденсатор и много чего еще интересного. Всем бодрого настроения, сегодня про автомобильный девайс из разряда все в одном Marubox M600R. Кстати, уже есть 700-я версия, если видео зайдет и наберет хотя бы 3000 лайков, я сделаю обзор и на нее. Вообще попробовать что-то подобное я хотел очень давно. Было интересно проверить, насколько адекватно работает подобный комбайн, в котором и видеорегистратор, и радар-детектор, и GPS-информатор, насколько им будет удобно пользоваться, насколько он будет массивно смотреться на лобовом, так как подобный функционал все-таки требует физического пространства, как ни крути, поэтому я нашел один из самых популярных вариантов на Алике и заказал его. Доставка из России курьером приехала все быстро, ссылку на него оставлю по традиции в описании, а пока подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые видосы, и поддержите это видео лайком, очень помогает в продвижении. На коробке кратко указаны характеристики устройства и его возможности. Внутри различные аксессуары, USB картридер, он вам пригодится для обновления прошивок и баз данных устройства, крепление присоска на лобовое, забегая вперед скажу, что присоска держит намертво за счет специального липкого слоя, нанесенного на нее. Держится настолько крепко, что я вот спустя день после того, как прилепил ее на, получается, поверхность стекла, не могу ее сейчас отодрать, она вот прям очень жестко приклеивается, поэтому присоска тут, конечно, вековая, надо сказать. Боюсь отломать крепление просто и не могу снять. О, 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 давай, 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 давай. Во, короче, держится очень крепко, такая тема не отвалится, конечно. Салфетка для протирки оптики, кабель мини-USB для подключения устройства к компьютеру, хотя зачем это делать, я так и не понял. Ну и блок питания с кабелем длиной в 3 метра. Кабель питания необходимо использовать комплектный, так как тут питание 12 вольт, и просто запитать устройство, допустим, от USB порта не получится. Поэтому производителям предусмотрено на блоке питания дополнительное гнездо прикуривателя. В целом блок получился, конечно, весьма громоздким, и он сильно торчит. У меня, так как прикуриватель спрятан в нижней части панели авто, это не особо критично, но у кого-то это может вызывать определенный дискомфорт при использовании. Вообще, по идее, можно, конечно, заколхозить подключение под панелью к проводке автомобиля напрямую, но тогда вам придется хранить этот самый блок внутри или выдумывать что-то свое. Штатного кабеля для подключения, допустим, в блок предохранителей тут не предусмотрено. Инструкция, естественно, на русском, подробная, но из интересного там только адрес сайта, откуда можно скачать свежие базы данных для GPS-информатора. Само устройство, в принципе, получилось компактным, да, оно больше по размерам, чем большинство видеорегистраторов, но оно меньше, чем некоторые радар-детекторы. За зеркало заднего вида подобную конструкцию спрятать вряд ли получится, но это опять же зависит от марки автомобиля, где он будет использоваться. Управление кнопками, в отличие от 700-й модели, там сенсорный дисплей. Справа торца расположены кнопки вызова меню, серфинга по нему, эти же кнопки отвечают за быстрое включение и отключение микрофона и блокировку файлов от перезаписи. Рядом разъем для подключения питания, микро-USB выход, мини-HDMI и слот под microSD-карту. Карты поддерживаются до 64 гигов. Слева еще три кнопки. Включение-выключение дисплея, отключение звуковых уведомлений и переключение режимов радар-детектора. Сверху кнопка питания и кнопка активации видеозаписи, она же кнопка ОК при настройках в меню. В передней части корпуса видеоискатель и датчик радар-детектора. GPS-трекер установлен внутри корпуса. Крепление к кронштейну быстросъемное. При желании устройство можно быстро от него отстегнуть, не отдирая присоску от лобовухи. Плюс кронштейн поворотный на 360 градусов для любителей снимать на видео свое общение с сотрудниками ДПС. Меню устройства разделено на три подраздела. В первом происходит настройка функций радар-детектора и GPS-информатора, во втором настройка функций видеорегистратора, а в третьем общие настройки устройства. В целом за все время тестирования я настройки не трогал, оставив их как есть из коробки. За исключением двух пунктов. Первое, это в настройках GPS-информатора я исправил уведомление о превышении скорости с нуля на 19 км в час, так как у нас по правилам допускается подобное превышение. Так как если информатор уведомляет тебя, что на данном участке дороги ограничение 60 км, а ты едешь, допустим, 65, то он постоянно тебе говорит о том, что ты превышаешь, и это нереально задалбывает, особенно в дальней дороге. Маломощный радар. Ограничение скорости 80 км. В
Внимание! Превышение скоростного режима. Внимание! Превышение скоростного режима. И второй пункт, который я подправил, это так называемый датчик удара, или его еще называют G-сенсор. У него стояла слишком высокая чувствительность, и часто при попадании колеса в яму на дороге он думал, что произошло ДТП, и записывал аварийное видео, тем самым забивая флешку защищенными от перезаписи файлами. В остальном, все что касается смарт-режимов радар-детектора, диапазонов радаров, настроек видеорегистратора и прочего, я трогать ничего не стал, так как в работе у меня к ним претензий не возникало. Перед установкой на автомобиль, как и полагается по инструкции, я скачал с официального сайта самую свежую прошивку с базами данных и обновил устройство через флешку. Делается все очень просто, разберется любой. База данных свежая, но не совсем актуальная. В нее действительно добавляются все камеры, радар-детекторы, все что появляется, по крайней мере в моем регионе, а я с ним помотался много где. Но вот есть метки на радары, которые уже давно сняли со столбов, и радаров там нет минимум с год, а устройство по-прежнему предупреждает о них, и таких мест очень много. Плюс GPS-информатор уведомляет не только о радарах, но и, например, о камерах контроля перекрестков. Это камеры, которые просто мониторят дорожную ситуацию в городе и никак не завязаны на ГИБДД. Как по мне, эта информация лишняя, и лично мне она абсолютно бесполезна. Так что периодически при движении в городе появлялось желание отключить GPS-информатор и оставить работать только радар-детектор и видеорегистратор. Хотя не исключаю, что если поехать в другой город, где вы ни разу не были, такое предварительное предупреждение будет актуальным. Работа радар-детектора без нареканий. Понравилось наличие системы автоматической смены режимов город-трасса-турбо за счет данных скорости по GPS-трекеру. То есть, если вы двигаетесь до 60 км в час, то вы в городе. 60-110 – трасса, свыше 110 – это уже турбо. Каждый режим отличается набором частот, которые отслеживаются, и чувствительностью радар-детектора. При желании их можно переключать по привычке ручным способом. Ложные срабатывания, конечно, случаются. Все это связано с тем, что и радары, и различные датчики шлагбаумов, автоматических ворот, дверей работают на одной частоте. Поэтому ложные срабатывания неизбежны. Но для удобства понимания, кроме звукового сигнала, на дисплее еще отображается и мощность этого самого сигнала, которая дает понимание, что уловил детектор. Радар на столбе или датчик открытия двери на магазине. Звуковое уведомление имеет функцию автоматического приглушения громкости, то есть первые несколько секунд сигнал раздается громко, чтобы привлечь ваше внимание к дороге, а потом громкость приглушается, чтобы не особо вам надоедать. По трассе предупреждает заранее, метров за 500-700 всегда есть время среагировать. Весь функционал радар-детектора при желании настраивается. Скоростные границы переключения режимов, отслеживаемые частоты в этих самых режимах, автоприглушение уведомлений, дистанция предварительных оповещений GPS-информатора и так далее. Видеорегистратор снимает максимум в Super Full HD разрешении 2304x1296 пикселей, 30 кадров в секунду. При желании можно сменить разрешение на Full HD 30 fps или на HD 60 fps. В меню есть возможность изменить временной цикл записи, у меня по умолчанию 1 минута, там же в меню можно включить режим WDR, отрегулировать G-сенсор, запись GPS-трека, а также активировать и настроить систему LDWS. Кто не в курсе, это специальный режим, который с помощью алгоритмов мониторит нахождение автомобиля в полосе движения и в случае смещения авто влево или вправо уведомляет об этом. Работает данный алгоритм, основываясь на дорожной разметке. Но так как у меня в крае с этим делом зимой проблемы, то данный режим я даже активировать не стал в силу его абсолютной бесполезности. Угол обзора регистратора 170 градусов, хватает реально от уха до уха. Съемки днем и ночью адекватные. Днем номера автомобили читаются хорошо в любом направлении, ночью только у попуток. Единственное, что очень сильная зернистость у видео. Связано это, скорее всего, с тем, что тут использован датчик изображения OmniVision OV4689, который был анонсирован еще в далеком 2013 году. И он попросту не вывозит такое разрешение. Вместе с видеопотоком сохраняются и GPS-данные маршрута. Для просмотра информации по маршруту необходимо использовать специальный видеоплеер. Скачать его можно также с сайта производителя. В плеере отображается видеопоток, GPS-точки и скорость, которая была в момент записи видео. Кстати, как известно многим, спидометры автомобилей зачастую завышают реальную скорость движения. Причем у разных авто эти показатели разные. Так вот, если вы обнаружили, что показания спидометра и GPS-информатора отличаются, в меню устройства можно выполнить корректировку в процентном соотношении и добиться одинаковых показаний. Ну и еще как один из плюсов данного устройства заявлен суперконденсатор вместо аккумулятора. Споров,
Что лучше, аккум или суперконденсатор, конечно, много, и у каждого, как говорится, своя правда. За счет суперконденсатора в данном устройстве, естественно, нет режима парковки или записи при срабатывании датчика удара. Только корректное завершение записи при отключении питания и все. В общем и целом, устройством я остался доволен. Цена на данный момент, если брать просто устройство без флешки, 7500 рублей, что я считаю вполне адекватным за устройство 3 в одном. Плюс периодически появляются купоны и промокоды, которые позволяют ценник снизить еще немного. О них я рассказываю в своей группе в ВК и в телеграм-канале, ссылка на них будет в описании. Если есть вопросы, задавайте в комментариях, все читаю, на все по возможности отвечу. Всем пока и не болейте.